делать здесь навес для машин, но... А здесь какая дорога под снегом? Здесь? Да. Ну, тут дорога как-то нет, дальше грунт, там огороды. А здесь мы сыпали тем самым отсевом, здесь чистая, хорошая дорога, то есть грязи здесь нет. А вот там, где машина, там уже остановка уже, да? Остановка слева вправо. Эта машина раз в неделю мусор забирает у нас. Сейчас поедем мусорная машина. Так, здесь дорожки или... Здесь вот дорожки вокруг клумбы, здесь дорога в гараж. Здесь парковка, да? Да, здесь на две машины где-то пошли. Вольер. И 27 суток вперед пошел, да? Да. Да. Так, туда пойдем, посмотрим сейчас. Там под забором сирени. Там роза вьющаяся, красные такие красивые, вот эти большие. Это называется бамбук, здесь маленькая такая пластка, здесь вот такое выкопано. Сад молодой, весь плодоносит, отличные деревья все. Ты террасы с кухни, да? Нет, комнаты. Комната. Кухня на той стороне. А здесь? Кухонька здесь. Так, то есть открывать? Ну давайте посмотрим. Теплица. Две теплицы. Одна за одной, да? Да. Это летняя кухня у нас. Это стоит коптильня на плите газовой. Там газовый баллон за домом. Ну, здесь у меня я корм для перепелов делаю. Одна у нас была старая 50 метров. И там много железа. Пришлось пробить новую скважину 80 метров. А это котельная? Это вход в гараж запасной. И здесь вход в подвал. Не подвал, цокольный этаж. Потому что здесь без хлама. Вход в цокольный этаж. А зайдем туда, все подвал. С газа в доме нет. У нас только электрика. Электроотопление? Да. Это очень экономно. Ну да, сейчас по времени. У нас получается в самый холодный месяц, зимой, меньше, ну где-то 2300-2400 в месяц уходит. Это плюс то, что баня каждую неделю топится. Так, кухня, да? Раздевайте, пожалуйста. Кухня. Посудомойка есть? Посудомойку делали? Да, посудомойка здесь есть. Вот. Это... Там туалет, душ. В доме два туалета, три душа. Значит, вход, там кухня, и ванная, прямо спальня. Престольный зал. Зал не подобирается. Так, мы сейчас в подвальном этаже находимся. Вот он вход. Здесь система фильтрации воды. Дальше. Бильярдная комната. И сауна. И баня. Там душ. Печка Харвия, еще чисто финская, то есть не Китай, а чисто Финляндия. Здесь мастерская, и там хранение, да? Да, уже справа. Там большой погреб. Для хранения и консервации.
И это дверь выход во двор. И туалет душем. Где ходить для двери? Внизу не надо. Внизу так опасно. Нормально, хорошо. Внизу есть. Сейчас детская, внучки здесь. Здесь такая. Комнатушка гостевая. И здесь кладовка. Да хлам, гардеробная. И здесь туалет. С душем, с душевой кабиной. Ванны нет, да? Ванны нет.